Всем привет! Опять у меня сегодня видео о покупочках. Да, я очень люблю шопинг. Я шопоголик, и мне доставляет удовольствие покупать наборы для вышивки. Но в этот раз невозможно было их не купить. На официальном сайте фирмы «Золотое руно» была скидка на наборы до 70%. До 70%, девочки! В общем, я когда зашла туда... Сразу скажу, я не собиралась ничего покупать до своего дня рождения, который у меня будет еще в октябре, но поскольку все мои подружки сделали заказ, я не могла остаться в стороне. Мне тоже нужно было что-то купить. Когда они показывали, какие наборы они выбирают, я зашла посмотреть, думала, ну, возьму парочку. На самом деле, купила 4 набора. Но по такой цене грех было их не купить. Что же я купила? Посмотрите, какой замечательный сюжет. Аромат жасмина. Я такой сюжет видела у Лукас. И очень хотела его купить, но откладывала с покупкой. Ну, знаете, да, набор же не дешевый. И поскольку я не собиралась в ближайшее время этот набор вышивать, я все откладывала покупку этого набора. Но когда я увидела такую огромную скидку, опять же, я не скажу уже точно, я куда-то у меня... Куда-то у меня таинственным образом исчезают чеки. Когда я собираюсь вам снять видео, я все складываю и складываю чеки. Но когда я достаю эти наборы и начинаю вам показывать, я не знаю, куда деваются чеки. Где-то средняя цена этих наборов 500 рублей. В общем, вот такие вот замечательные цветы. Мне очень нравятся наборы от Золотого Руно, но я стараюсь покупать, где 16-я канва. Я не покупаю наборы на 18-й канве, хотя очень многие дизайны мне нравятся, но сложно вышивать мне на 18-й. Хотя Татьяна Шумилина вышивает Золотое Руно на 18-й канве и говорит, что разницы особой она не ощущает между 16-й и 18-й канвой. Но я вышиваю Мэгги рукодельницу от Dimensions, я очень ощущаю, что там канва 18-е. Хотя, знаете, бывают ощущения разные. Я расскажу об этом тоже в следующих видео. Когда я вышиваю Dimensions на 14-й канве, мне она кажется очень крупная. И когда я вышиваю тут же на 14-й канве другие наборы, мне почему-то она кажется мельче. Я не знаю. Я не знаю, что это такое. Ну, в общем, я расскажу как-нибудь в следующих видео о своих ощущениях. Так, ну дальше пойдем. Посмотрите, какие зайчики. Какие замечательные зайчики. Этих зайчиков я хотела купить, когда они еще были без скидки. Я даже не знаю, что мне больше здесь нравится. Зайчики или вот эти вот яблочки. Посмотрите, какие красивые зеленые яблочки. Какая проработка шикарная. Они просто как настоящие. Прям вот хочется их взять в руку. И съесть. Ну и, конечно же, зайки. Очень красиво. Люблю наборы с полной зашивкой, хотя, конечно же, вышивать их намного дольше, чем наборы с неполной зашивкой. Иногда хочется увидеть быстрый результат, тогда я беру неполную зашивку на 14-й канве. Но, в общем-то, готовый, когда уже вариант, я люблю полную зашивку. Когда я любуюсь картинами, больше меня привлекают вот такие сюжеты. Как раз у Золотого Руно все такие сюжеты. У них везде идет полная зашивка. Так, кстати, набор называется «Кролики». Это не зайчики, а кролики. Первый набор называется «Аромат жасмина». Третий наборчик называется «Утренняя свежесть». Этот набор купили все мои подружки. И как в знаменитом фильме «Все побежали, и я побежал», да, как Василий Алибабаевич говорил, так и я тоже. Все взяли, и я взяла. Хотя не факт. Купила бы ли этот набор я за 2000, а именно 2000 он стоит без скидки, но когда я увидела цену 500 рублей, конечно же, я не могла пройти мимо. Очень много здесь ниток,
ну, нитки золотого руно, вот они там внутри, все их посмотреть невозможно, распечатывать пока я не планирую наборы, мне доставляет удовольствие, когда они вот так лежат, потому что многие наборы, когда распечатаешь, потом их начинаешь в своей коллекции перебирать, и в итоге начинает рваться упаковка, выпадать оттуда нитки. Ну, в общем, мне это не нравится, безобразие, поэтому хочется, чтобы вот так эти наборы лежали. Я не знаю, с чего я взяла, но мне казалось, что вот на кувшине вот этот рисунок вышивается бисером. Но нет, здесь бисера нет. Я не знаю, откуда я это взяла. Видела я то ли на YouTube, то ли где-то на просторах интернета, но, наверное, это кто-то сам проводил эксперименты и решил расшить бисером. Возможно, есть похожий сюжет у какой-то другой фирмы. Но, в общем, не буду я сейчас уже сочинять, потому что я не помню точно, но я это видела. Я видела вот такой кувшинчик, расшитый бисером. Но вряд ли я буду это делать. Я люблю все вышивать по ключу. Обалденный натюрморт. Вот эти фрукты, да, смотрите, какие красивые. Виноград. Ну, шикарная тоже проработка, шикарная. Ну и куда же без цветов? В общем, здесь все, как я люблю. И букет цветов, и фрукты, и полная зашивка. Но вот только 16-я канва. Менять я на 14-ю не буду. Я не люблю, когда я заменяю канву. Мне не нравится. Мне все-таки нравится, как готовая работа выглядит на 16-й. Хотя процесс у меня идет тяжелее, но готовый результат больше на 16-й мне нравится. Здесь 50 цветов мулине. Обожаю я большое количество мулине. Если вижу я такое количество, то я, конечно же, обязательно наборчик покупаю. Вообще за 500 рублей канва Цвайгард, нитки Мадейра. Ну, сами понимаете, что тут объяснять, да? Ну и четвертый набор. Паровозиком он сюда прицепился. Не виновата и я, он сам. Вот такой вот красивущий сюжет. Я считаю, вот это одна из лучших разработок у Золотого Руно. Ну и вообще, в принципе, я люблю ягодки-цветочки. Просто шикарный дизайн. Когда-то у меня был такой набор, но я его подарила. И я его подарила, но я для себя сделала пометку, что когда-нибудь я все равно в свою коллекцию этот набор куплю, потому что он мне очень нравится. И вот пришло то время, когда я делала заказ и купила вот этот наборчик. Он был без скидки. Вот на все те наборы была скидка, на этот не было. Но поскольку я давно его хотела, я решила, раз уже оплачивать доставку вот за те наборы, значит, уже пускай паровозиком прицепится и этот. Вот. Ну, в общем, у меня теперь вот такой замечательный сюжет. 40 цветов мулине. Когда-то я не могла вышивать красными нитками. У меня жутко болели глаза. Слава богу, этот бзык у меня прошел. И теперь я опять могу вышивать красными нитками. И я этот наборчик приобрела. Такая цветовая гамма просто обалденная. Просто обалденная. Когда я не могла вышивать яркими цветами, я вышивала бежевыми, коричневыми, белыми. Но, честно скажу, я устала, мне это поднадоело. И очень хочется ярких красок. Ну, конечно, я сильно глаза не нагружаю, я чередую наборы. Вот такая теперь у меня прелесть моей коллекции. Пополнение, такие замечательные наборы. Боюсь я пересчитывать свою коллекцию. Девчонки, пока не просите, я к этому не готова. Я боюсь, что я буду шокирована и перестану делать покупки. А покупки мне доставляют огромное удовольствие и наслаждение. Не могу же я лишить себя такой радости в жизни. Ну все, на этом я видео заканчиваю. Благодарю всех за просмотр. Не забывайте ставить лайки. С вами была Инесса. Всем желаю удачи. Пока-пока.